не щенки, просто бомба. Умочка хорошая в форме, отличной. Ну, я не сомневаюсь, она красавица. Она легла. Прелесть какая. Завалили мамку. Завалили мамку. Это им полтора месяца. А какой же вес? 4,7, 4,8, пацан 5. Огромные. Ну просто огромные. Молодцы вы. Не, они не худенькие, они хорошие. А это куда залез? Верхолаз у вас? Верхолазка. Это девочка. Сколько раз кормите сейчас их? 4 раза. И мамка еще подкармливает. Да, да, да. Ну, видно, что щенки не голодают. Абсолютно. Абсолютно. Зато я на голову, мы не на голову присадили. Кто-то ж должен страдать. Да. Кормящий папа. Кормящий папа. Может, я вот так-то пройдусь или... Погодите, она не тронет. Она не тронет. Вы туда, знаешь, девочка. Девочка Кэти. Да, наша. Это вы себе оставляете. Да. Очень хорошо одета. Вероятнее всего будет даже длинношерстная. Красавица просто. Красавица Кэти. Но она огромная. А сколько весит? 4800. 4800? Еще полтора месяца нету. Красавица. Она не продается. Продаются щенки. Вот те, которые сейчас мамку мучают. А Кэти не продается. Есть такая же еще. Сестра? А ну поднимите мне. Вот я еще сестричка. Ой, сестричку несут. Ой, сестричка. Так они почти похожи. И зубочки у нас хорошие. Отличные. Ой, и сразу кусаться, сразу кусаться. Вот что значит овчарка. Кусучая. Такая у них будочка хорошая, на воздухе свежем. Да? Лично сам. Девочка в продаже, длинношерстная, от Умы и Атамана. 22 марта 2020 года, день рождения. Сегодня у нас 4 мая. Город Одесса, девочка в продаже. Мальчик в продаже, чепрачный. А черненький что там, в продаже нет? Девочки черные. Все, да? Девочек забирают черненьких. Чепрачные девочки, чепрачные девочки и чепрачный мальчик в продаже. Скоро прививка будет. Какого числа вы прививаете? 14. 14. 14 мая будет прививочка.